70 российских компаний представлено на этой выставке. И, конечно же, совершенно не случайно, что даже сам министр промышленности и торговли, господин Христенко, решил на сей раз не просто посетить, но и представить здесь проект стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года. Я должен открыть государственный секрет. Я дипломат, а не врач. Поэтому я не могу оценить то или иное изобретение, но я горд за то, что кудесники в России не перевелись. К сожалению, имеются известные трудности выхода на западные рынки, но если помочь российским медицинским предпринимателям, если оказать им какое-то дипломатическое сопровождение, то, я думаю, была бы польза для всех, и для них, и для нас, дипломатов, и для России в целом.